Hi, my friends. Let's continue. Heating. Отопление. Heating. Видите, есть такое слово, как hot. Переводится как жаркий. Hot. Heat. Это жара. Heat. А heating – отопление. They turned on the central heating. Они включили. Видите, turn on берется включать. The central heating. Центральное отопление. Такая фраза, видите, the central heating. They turned on the central heating. Dream. Мечтать. Мечта. Dream. Видите, долгий звук и. Dream. It's my dream. Это моя мечта. К примеру, это моя мечта, говорить по-английски. It's my dream. Говорить по-английски как будет? Дословно speak English. Но, разумеется, это неправильная форма, что делать, поэтому to speak English. It's my dream to speak English. Mouth. Рот. Mouth. Open your mouth. Открой рот. Или дословно, открой свой рот. Open your mouth. Bike. Велосипед. Это сокращенная форма от bicycle. Bicycle. Мы говорили, есть такое слово, как cycle. Cycle. Кататься на велосипеде, а вот bicycle. Bicycle или просто кратко bike. Bike, bicycle. He has a new bike. У него новый велосипед. He has a new bike. Cent. Так и переводится как cent, cent. It costs $5.40. Это стоит $5.40. It costs $5 and 40 cents. Видите, у нас это cent, а здесь с, cent, cent. Hot, heat, heating. They turned on the central heating. Dream, it's my dream to speak English. Mouth, open your mouth. Bike, bicycle. He has a new bike. Cent, it costs $5 and 40 cents. Share. Делиться. Это еще значение share – акция. Это в бизнесе – акция. Но основное значение – делиться, share. I shared this video with my friends. Я поделился этим видео со своими друзьями. I shared this video with my friends. Cinema. Кино. Cinema. He doesn't go to the cinema. Он не ходит в кино. He doesn't go to the cinema. Album. Альбом. Album. They released a new album. Они выпустили новый альбом. Вот то же самое. Можно ли сказать без артикля? Конечно, нет. То же самое правило работает. Видите, мы с вами неоднократно разбирали. Существительное в единственном числе. Перед ним прилагательное ставится артикль. Видите, исчисляемое. Один альбом. One album. Two albums. И так далее. They released a new album. Далее. Как это прочесть? В помощь транскрипция. Piano. То есть не piano, а piano. Piano. Пианино. Can you play the piano? Ты умеешь играть на пианино? И мы говорили, помните, если музыкальный инструмент, то the. The. Ты умеешь играть на гитаре? Это будет can you play the guitar? The guitar. Говорили, что ударение как раз на втором слоге. Guitar. Can you play the piano? Can you play the guitar? Customer. Покупатель, клиент. Customer. They're our regular customers. Они наши постоянные клиенты. They're our regular customers. Share. I shared this video with my friends. Cinema. He doesn't go to the cinema. Album. They released a new album. Piano. Can you play the piano? Can you play the guitar? Customer. They're our regular customers. Opera. 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 She is fond of opera. Она обожает оперу. Конструкция fond of. Обожать. То есть можно сказать, используя эту конструкцию she is fond of opera или используя глагол enjoy. Получается, she enjoys
She enjoys opera. И так, возможно, просто разная конструкция. Apartment – квартира. В современном английском языке очень часто употребляется именно слово apartment, значение квартира. Apartment. She wants to buy a new apartment. Она хочет купить новую квартиру. She wants to buy a new apartment. Headache. Головная боль. Видите, head – это голова, а ache – и болеть, и боль. Ache. Ache. He has a headache. У него головная боль. He has a headache. Finger. Палец. Но здесь имеется в виду палец на руке. Finger. Потому что есть ноги – это другое слово. Да, даже у кого средний уровень могут про это не знать, но на самом деле, да, так и есть. На ноге это палец будет toe, toe, toe. На руке finger, finger. He raised his finger. Он поднял свой палец. Raise – поднимать. He raised his finger. Occupation. Занятие, деятельность. Occupation. What's your occupation? Какое твое занятие? И дословно, какая твоя деятельность? То есть, чем ты занимаешься? Если более простой вопрос, то получается, что ты делаешь? Имеется в виду вообще. И получается, what do you do? What do you do? Или, как здесь видите, what's your occupation? What's your occupation? И еще один похожий вопрос. Кем ты работаешь? Дословно, какая твоя работа? What's your job? What's your job? What's your job? What's your occupation? What do you do? What's your job? Opera. She is fond of opera. She enjoys opera. Apartment. She wants to buy a new apartment. Headache. He has a headache. Finger. Toe. He raised his finger. Occupation. What's your occupation? What do you do? What's your job? Ice cream. Мороженое. Ice cream. She ate an ice cream. Она съела мороженое. Обычно, видите, используется артиклем. She ate an ice cream. She ate an ice cream. Pear. Груша. Pear. He ate a pear. Она съела грушу. He ate a pear. DVD. DVD? DVD. I don't need this DVD. Мне не нужен этот DVD. I don't need this DVD. Board. Доска. Board. He wrote it on the board. Он написал это на доске. Видите, устойчивая фраза на доске. On the board. On the board. He wrote it on the board. Spoon. Ложка. Spoon. The spoon fell off the table. Ложка упала со стола. Вот упасть с – это fall off. Fall off. Fall off. The spoon fell off the table. The spoon fell off the table. Ice cream. She ate an ice cream. Pear. He ate a pear. DVD. I don't need this DVD. Board. He wrote it on the board. Spoon. The spoon fell off the table. Uncle. Дядя. Uncle. My uncle often says it. Мой дядя часто говорит это. Опять же, смотрите, сказать что-то это say, только say здесь подходит. My uncle often says it. Далее. Identification. Видите, дословно идентификация. Идентификация. Identification. Но обычно, видите, используется в контексте identification card. Или просто ID. Удостоверение личности. ID. Do you have an identification card? Видите, полное identification card. То есть карта идентификации или удостоверение личности. Do you have an ID? Можно просто сказать, do you have an ID? Это означает, do you have an identification card?
Blackboard. Классная доска. Blackboard. It was written on the blackboard. Это было написано на классной доске. Видите, это было написано. Это было, it was, что сделано, третья форма, written. И на классной доске, on the. Понял, on the board, on the blackboard. It was written on the blackboard. Runner. Бегун. Runner. He is a very fast runner. Он очень быстро бегун. He is a very fast runner. Volleyball. Волейбол. Волейбол. Do you like playing volleyball? Тебе нравится играть в волейбол? Do you like playing volleyball? Uncle. My uncle often says it. Identification. ID. Do you have an identification card? Blackboard. It was written on the blackboard. Runner. He's a very fast runner. Volleyball. Do you like playing volleyball? Далее давайте с вами посмотрим, как произнести это слово. Смотрите, здесь есть варианты. Или же sandwich. Sandwich. Видите, на конце G. Это британский вариант G. Или же sandwich. Sandwich. Когда на конце ч, ч, это американский вариант, и так встречается. Также, видите, здесь иногда произносят д, и слышится сэндвич, сэндвич. Иногда просто сэндвич, сэндвич, и так встречается. То же самое, помните, например, слово grandparents, grandparents. Это дедушка с бабушкой, или, соответственно, grandfather и так далее. Иногда произносят д, grandparents, иногда нет, и так здесь возможно. То же самое здесь, видите, сэндвич. Бутерброд. Сэндвич. Бутерброд. Сэндвич. Сэндвич. I ate two sandwiches. Я съел два бутерброда. I ate two sandwiches. Kilo. Килограмм. Kilo. I bought a kilo of apples. Я купил килограмм яблок. I bought a kilo of apples. Highway. Шоссе. Highway. This highway is very wide. Это шоссе очень широкое. This highway is very wide. Waitress. Официантка. Waitress. Видите, именно женский род. Потому что если официант, то будет waiter. Waiter. Официантка, waitress. Call the waitress. Позовите или позови официантку. Call the waitress. Sweater. Свитер. Sweater. I bought this sweater there. Я купил этот свитер там. I bought this sweater there. Grandparents. Sandwich. I ate two sandwiches. Kilo. I bought a kilo of apples. Highway. This highway is very wide. Waitress. Waiter. Call the waitress. Sweater. I bought this sweater there. Dining room. Столовая. Видите, dining room. Dining room. Столовая. This is a dining room. Это столовая. This is a dining room. Diploma. Диплом. Диплома. He has a college diploma. У него диплом колледжа. He has a college diploma. Rap. Так и переводится. Rap. Rap. Do you like rap? Тебе нравится рэп? Do you like rap? Backpack. Рюкзак. Backpack. My backpack is very heavy. Мой рюкзак очень тяжелый. My backpack is very heavy. Bother. Беспокоить. Bother. I wouldn't like to bother you. Я не хотел бы беспокоить тебя. I wouldn't like to bother you. Dining room. This is a dining room. Diploma. He has a college diploma. Rap. Do you like rap? Backpack. My backpack is very heavy.
Bother. I wouldn't like to bother you. Scanner. Сканер. Scanner. I need a scanner. Мне нужен сканер. I need a scanner. Table tennis. Настольный теннис. Table tennis. I like playing table tennis. Мне нравится играть в настольный теннис. I like playing table tennis. Petrol. Бензин. Petrol. I see a petrol station. Я вижу заправочную станцию. I see a petrol station. Pizza. 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 Do you like pizza? Тебе нравится пицца? Do you like pizza? Round. Круглый. Вокруг. Round. We were walking around the house. Мы гуляли вокруг дома. Видите, продолженное время, продолженное прошедшее, не просто мы погуляли, а мы гуляли. We were walking around the house. Акцент на длительность. We were walking around the house. Scanner. I need a scanner. Table tennis. I like playing table tennis. Petrol. I see a petrol station. Pizza. Do you like pizza? Round. We were walking around the house. Brave. Смелый, храбрый. Brave. He is a very brave soldier. Он очень смелый солдат. Или он очень храбрый солдат. He is a very brave soldier. Broken. Сломанный. Broken. His heart was broken. Здесь немножко, видите, другой контекст. Его сердце было, видите, дословно сломано, но переводится разбито. His heart was broken. Это выражение break, там, don't break my heart, то есть не разбивай мое сердце. Don't break my heart. Don't break my heart. Видите, break, там еще это сердце, heart. И здесь тоже, видите, his heart was broken. Cathedral. Собор. Cathedral. They rebuilt this cathedral. Они восстановили этот собор. Rebuild. Восстанавливать. Неправильный глагол. Форма, видите, по логике с build. Built. Rebuild. Rebuilt. They rebuilt this cathedral. Sudden. Внезапный. It was a sudden change. Это была внезапная перемена. It was a sudden change. Oh. Так и переводится oh. Oh, how wonderful. Oh, как прекрасно. Oh, how wonderful. Brave. He is a very brave soldier. Broken. Don't break my heart. His heart was broken. Cathedral. Rebuild. They rebuilt this cathedral. Sudden. It was a sudden change. Oh. Oh. How wonderful. Partner. Партнер. Partner. He's my business partner. Он мой бизнес-партнер. He's my business partner. Helicopter. Вертолет. Helicopter. I see two helicopters. Я вижу два вертолета. I see two helicopters. Repair. Чинить. Repair. He repaired his watch. Он починил свои часы. He repaired his watch. Cabinet. Кабинет. Cabinet. His in his cabinet. Он в своем кабинете. He is in his cabinet. Dolphin. Дельфин. Dolphin. He fed the dolphin. Он покормил дельфина. Видите, вторая форма от feed. Feed – кормить. И форма fed. Feed – fed. He fed
the dolphin. Partner. He's my business partner. Helicopter. I see two helicopters. Repair. He repaired his watch. Cabinet. He's in his cabinet. Dolphin. Feed. Fed. He fed the dolphin. My friends, thank you very much. We continue this very important list.